So that helps the stage fright to be with a beautiful lady. Дорогие друзья, я хочу представить человека, с которым мы вместе вышли на сцену. Один его советский друг дал ему очень хорошее прозвище. Он назвал его «Землетрясение». И так это человек землетрясения, потому что он падает как гора и сотрясается земля. Это человек слеп, но очень известный блюзмен в Америке. Он из Сан-Франциско, он из Калифорнии. Я называю. Его зовут Пол Пена. He didn't know for sure what he should even perform. I got out there and I said to myself, what have you got your ass into, dude? Big-time 50-word vocabulary. My surface knowledge of grammar and all that was what I was using. Thank you.